Сансар синду тарани хидаянжади сад Санкитанамритараси рамати манусе Премам будхо вихарани жади читта бити Чайтанна чанда чарани курутанурагам Чайтанна чанда чарани курутанурагам Сансар синду тарани хидаям ядисад Санкитанамритараси рамати манусе Премам будхо вихарани жади читта бити Чайтанна чанда чарани курутанурагам Чайтанна чанда чарани курутанурагам Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Тхол. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что мы не будем вечно жить в этом материальном мире, мы вскоре умрем. Мы вынуждены будем оставить свое тело. Но перед тем, как оставить свое тело, мы должны подумать, мы должны иметь четкое представление о том, куда мы отправимся после смерти. У нас должно быть ясное представление насчет этого, куда же мы отправимся после смерти, после оставления этого тела. В какой ситуации мы будем находиться. Если мы подумаем снова и снова об этом, то тогда по милости Гуру Вайшнавов мы можем определить, что мы хотим, что мы не хотим. И мы должны определиться, что мы хотим, а что не хотим. На самом деле мы пришли сюда, в этот материальный мир, ради одной причины — совершать харибаджан. Но сейчас из-за влияния майя мы чувствуем, что так много обязанностей у нас есть. И сейчас мы думаем, так много обязанностей по отношению к семье, к обществу, к уму, телу и прочему. Но, говоря искренне, у нас одна единственная обязанность. Она зовется харибаджаном. И этот харибаджан, о котором я говорил, и опять я буду говорить подробно. То есть Махарадж написал статью, дописывает, точнее, статью о Дживататве, и он туда включил все доказательства, все свидетельства и прочее. И вот Махарадж уже говорил о том, что Сварупшакти, сила Сварупшакти, она внутри дживы, она практически ноль, она очень незначительная, поэтому дживы автоматически не могут совершать баджан. Для этого им нужно обрести силу. Бхакти, она может быть передана только от гуру и вайшнавов. Только гуру и вайшнавы не могут вложить в нас бхакти. А автоматически обусловленная душа, она не может совершать бхакти. И вопрос, почему мы готовы совершать баджан? Верховный Господь, Он самодостаточен. Верховный Господь, Он не имеет никаких потребностей, никакого неудовлетворения. А те обусловленные души, они всегда чем-то недовольны, им всегда что-то надо. Но на санскрите одно из качеств Верховного Господа Ниджалапрапурна. И все эти чистые гуру вайшнавы, они тоже имеют такое качество. То, что они удовлетворены сами в себе, мы не можем дать что-то им, что-то Господу, чтобы его удовлетворить, он, поскольку он имеет уже все. Джаджаджану Бхагавате Видати Тама
Очень важная шлока. И в этой шлоке говорится очень четко о том, что у Господа, Господь, Верховный Господь, Он самодостаточен сам в себе. И поэтому перед Расалилой эта шлока приводится. Хотя Верховный Господь, Он самодостаточен, но все же Он совершает эти лилы. И обычные люди не могут сомневаться, что это плохо может быть, что-то недостойно. Но в Шримад-Бхагаватам говорится, что хотя Верховный Господь, Он самодостаточен, но все же Он совершает различные лилы. А зачем? Для того, чтобы даровать нам милость. И не за... только ради этой причины. На самом деле, чтобы пролить милость на нас, Он совершает свои такие лилы. Есть Бхакта Бхагават, Грантха Бхагават и Верховный Господь, Он тот же Бхагават. И для их обоих мы можем сказать так, что они полностью самодостаточны. Мы не можем что-то снаружи принести им для их удовлетворения, поскольку Бхакти, она сама по себе Амрита. И в Бхагавате мы находим, Бхагаван Си Кришна говорит тем гопи, когда все вражеваси встретились на Курукшетре, одни из Двараки пришли, другие с Вриндавана. И вот когда они встретились на полпути, Кришна, Он говорит перед гопи вот эти слова. Любая дживатма, совершающая бхакти моим лотосным стопам, она сама Амрита. Ей не нужно куда-то ездить, чтобы обрести Амриту на Кумхамелу или еще куда-то. Эта Амрита, она бесполезна, она не нужна нам. Мы не можем от такой непонятной Амриты получить какой-то долговременный эффект. А Бхагават-катха, бхакти — это настоящая Амрита. Они могут принести нам вечное благо, и поэтому в этой шлоке говорится, Прохлад Махарадж говорит, почему мы служим Верховному Господу Гуру Вайшнаву. Мы, поскольку мы обретем благо из-за этого, почему мы служим Верховному Господу Гуру Вайшнаву для того, чтобы обрести какое-то благо, а не для того, чтобы Господь что-то от нас получил. И поэтому говорится, что хотя мы совершаем бхакти, но мы от этого обретаем благо. А какое благо? Мы прогрессируем, продвигаемся по пути нашего баджана. И первая шлока, с которой я начал, если мы хотим пересечь этот материальный мир, то в этом случае мы должны совершать санкиртан, санкиртан-раса. Мы должны погружаться в санкиртан.
если мы хотим пересечь эту материальную самсару. Чет значит джадя, ядя. Если наш ум, он будет наслаждаться этим, этой харикатхой, этим харикиртаном, если он будет получать вкус в этом, то тогда будьте уверены, что вы станете успешными. И в этом случае вам дается такой совет сконцентрироваться на лотосных стопах Сачитани Махапрабху, который есть отец санкиртаны. И вокруг лотосных стоп Сачитани Махапрабху пребывает вся наша гурварга. Они кружат вокруг подобно пчелам, которые кружат вокруг медоносных цветов, так и наша гурварга, она кружит вокруг лотосных стоп Сачитани Махапрабху. Вот в этой шлоке так говорится. И в Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Кавирадж Госвами говорит: Маду Пебхю, значит, Брамара, пчелы, летающие пчелы, которые летают и жужжат вокруг лотос, вокруг цветов, они подлетают и собирают макаранду, собирают мед. Эти пчелы чувствуют нашу гурварга, которая олицетворяется пчелами, они в процессе этого чувствуют трансцендентное блаженство. И мы, совершаем санкиртан для радости Верховного Господа. Я сейчас обсуждаю о садхан-бхакти, я позже буду говорить, почему мы совершаем садхан-бхакти. Мы совершаем садхан-бхакти для того, чтобы обрести чистое бхакти. В итоге садхан-бхакти, значит, через наши органы чувств мы пытаемся через наши материальные органы чувств, но через эти материальные органы чувств и ум бхакти обрести невозможно. Но все же мы пытаемся, когда мы пытаемся обрести бхакти, практиковать бхакти, то эта практика через наши материальные органы чувств, это зовется садхана бхакти. И вот чистая бхакти шраванам через киртана и харикатху, это харикатха, харикиртан для нас это бхаджан. Среди девятисложного бхакти есть эти составляющие шраванам, киртанам. И вот наш шраван, киртан, слушание и воспевание, это садхана бхакти. Это бхаджан для нас, но этот же шраван киртан становится садьей в жизни с сиддхамахатмой. Те, кто сиддхамахатмы, те чистые, преданные, для них это садхана бхакти. Для них это не садхана бхакти, это садья. А после садханы цель, которую мы можем достичь, она обретается через харикатху и харикиртан. Если вы получите даршан Кришны, то вся расататва, вся бхагаваттва, если вы сможете почувствовать ее всем сердцем, то тогда будьте уверены, что это не садхана, а садья цель. Через садхану мы стремимся к садье, то есть через практику мы стремимся к цели. Но для чистых преданных шраванам и киртанам это также и цель, это садья. Нитто-сиддо-кришна-прем-сандарупу-найс,
Нитья Сидха. It is waiting for us to come. Nitya Siddha Krishna Prem Sato Guna. It is eternally there. And Guru is waiting for us. That's why Krishna is speaking in Chaitanya. И поэтому Кришна говорит Читание Чайтамрити, что кроме меня никто не может даровать Кришна прему. Никакие другие аватары Кришны, они не могут даровать эту прему. Кришна говорит, что према — это мое единственное сокровище, моя собственность. Рам, Нрисимха, Вараха, они не могут даровать прему, и поэтому в Чайтанье Чайтамрити говорится, кроме меня никто не может даровать эту прему, это моя собственность. Если я буду раздавать ее, они обретут, если нет, то нет. И через Шраван Киртан, через чистый Санкиртан, если наше сердце чисто, благодаря общению с Гуру и Вайшнавами, благодаря Санкиртану, то тогда автоматически према она может явиться в нашем сердце. И вот это зависит от того, как мы совершаем общение, чистое общение, как мы совершаем санкиртан, много факторов зависящих. И Чайтанья Махапрабху, он отец санкиртаны, и через санкиртан он показывает, что мы можем обрести все. Садья, садья, татва, все, кроме нее, мы можем обрести через нам санкиртан. И вот сейчас, сегодня день ухода Шри Шрилы Рай Рамананды, вечного спутника, не только вечного спутника Шримана Махапрабху, а также с... Он имел очень глубокую связь с Шриманом Махапрабху. Он его вечный спутник, а также ближайший спутник. И сегодня день его ухода, Рай Рамананда, очень близкого одного из главных спутников Рай Рамананда и Сварупа Дамодар, их двое. Они вместе все время, когда Шри Чайтанья Махапрабху в последние годы своей лилы, когда он собирался оставить свое тело перед этим, Шри Чайтанья Махапрабху, он чувствовал Радха Прему, очень такое сокровенное чувство, и все время это было уникальное его особое чувство, и Махапрабху, он погружался в этот океан премы и не видел никого. И поэтому, когда все преданные с различных частей Бенгала собирались и шли к Шри Чайтанье Махапрабху в Нилачал, чтобы встретить Господа их сердца, Шри Чайтанье Махапрабху, Шри Чайтанья Махапрабху — это высшее сознание всего сознания. Он в Пурушоттам Даме, и там все дживатмы, они должны чувствовать привлечение к нему автоматически. И все преданные, они шли, чтобы встретить Господа их сердец, Шри Чайтанья Махапрабху. Но Шри Чайтанья Махапрабху в итоге, когда и вот я рассказывал, как Махапрабху встречался с преданными, которые приходили к нему, а во все остальное время он был погружен в этот океан любви, океан премы. Только Рай Рамананда и Сварупа Дамодар могли находиться с ним.
преданные плакали перед ним, и он тоже плакал, что вы так издалека пришли, чтобы встретиться со мной, а я не могу ничего дать вам, и я не знаю, почему сейчас я не могу ходить здесь и там, много говорить, я не знаю почему. Мой ум, он всегда внутри меня находится, и извините меня за это. Я всегда погружен в свои мысли, я чувствую какую-то боль, разлуки, вираха. И Махапрабху открыто этого не говорил перед всеми преданными, он это не говорил, что у него, что он чувствует огромную боль разлуки со своим Господом, поклоняемым Господом Пранавалапом. Махапрабху не говорит открыто это, только перед какими-то близкими преданными Махапрабху говорил, что у меня я не знаю почему, но и развил какую-то болезнь, я не хочу ходить туда и сюда, я не хочу посещать много мест, разговаривать с вами. Я не знаю, какова причина. Наверное, я заболел. Но это на самом деле такая болезнь прямо-рога. Я не знаю, почему. Раньше я так много ходил, танцевал с вами, но сейчас я хочу находиться в уединенном месте, только плакать и плакать. Я хочу проливать свои слезы все время. Что случилось, я не знаю. И таким образом Махапрабху плакал и говорил. И вот вначале всего мы должны узнать, кто такой Рамананда. На самом деле Рупа Госвами Пад уже сказал в Бхакти Расамрита Синдху и Вишванатха Чакравати Пад более четко, более ясно, явно сказал, что и вот в книге Вишванатха Чакравати он говорит, те, кто Гора Паршады, большинство из них, у них и есть сварупа в Кришналиле также. Не всегда, но почти всегда. Гора Лила, поскольку это смешанное, а как Нарисимхананда Брамачари, он преданный Нарисимхадева, но Гуранга Махапрабху, он сам Нарисимхадев, он явился как Гора Нарисимха здесь, и Мурари Гупта, он вечный слуга Рамачандра, он явился в Гора Лили, и поэтому Гора Аватара, она великолепна. Различные преданные также являются в этом мире, чтобы принять участие в Гора Лиле. И вот Шри Чайтанья Махапрабху совершал эту лилу. Почему? Поскольку эта Враджа Према, она была дарована Кришной, но открыто невозможно было. Без Кришны никто не может даровать Прему. Обычные растения во Вриндаване, они необычные. А кто, кроме Кришны, может даровать прему всем растениям во Вриндаване? Но все же есть ограничения в Кришна-лиле. Только в Гора-лиле можно найти, что Гуранга Махапрабху раздает прему без ограничений, и поэтому я приводил эту шлоку. И вот где найти достойный объект милости? И согласно этому, Кришна Бхагаван даровал прему достойным личностям, но Гуранга Махапрабху, он не таков, он не заботился, достоин человек, либо не достоин, даже какие-то мусульмане.
они и то смогли получить милость. Когда однажды Махапрабху пересекал реку, тут какой-то мусульманин пришел к нему на помощь, помог ему переплыть реку, и он упал, упал без сознания, чувствуя прему. Как это возможно? Хотя эта према даже для Брамы, она очень труднодостижима. Брама, Шанкар и прочие полубоги, они плачут день и ночь, чтобы обрести каплю нектара, а Махапрабху раздавал ее всем. И поэтому говорится, что достойным людям или недостойным. Махарадж пример приводит, что что он раздавал расу, и если у кого-то не было патры, емкости для этой расы, то Махапрабху давал и емкость, и расу. И такое великодушие, такая крипа возможна только для Шри Чайтаньи Махапрабху и не для кого иного. И поэтому говорится прямо, у нас нет пути для обретения милости. Прямо мы не можем обрести милость. Это особый случай. Шри Чайтанья Махапрабху пришел и через преданных раздал свою милость. Иногда он являл уму настроение преданного вот вместе с Рай Рамананда и с Свабдамадаром. И кто-то говорит, что Рай Рамананда Вишака Сакья, кто-то говорит, что Лалита Сакья. Два мнения существуют, но в Рай Рамананда Савате, согласно нашей Гурварге, я написал, что Рай Рамананда, он Вишака Сакья, а Сваруп Дамодар Лалита Сакья. Я написал так. Вишака Сакья – это Рай Рамананда Махашри, а Лалита Сакья – Сваруп Дамодар. На самом деле, когда Шри Чайтанья Махапрабху был погружен в океан Према, Раджа Према, он обретал вкус Рада Према, и тогда Шри Чайтанья Махапрабху находился внутри Гамхиры, и практически всегда 24 часа в сутки он обсуждал Татву. Он слушал Харикатху, они воспевали киртаны, и Рамананда и Сваруп Дамодар, они помогали Шри Чайтанье Махапрабху. Как помогали? На самом деле, они находились вместе с Шри Чайтанье Махапрабху, обсуждали Харикатху, чтобы и также они проверяли Бабу чувства Махапрабху. И вот они всегда находились с Махапрабху. И сейчас мы будем говорить о Рай Рамананде Махашое. Кто такой Рай Рамананда? Мы говорим, что это Вишака Сакья, я уже сказал об этом. О Рай Рамананде в читании Чайтамрити говорится, когда Махапрабху, он хотел отправиться в Южную Индию, чтобы раздать свою милость всем обычным людям, то в то время Шри Чайтанья Махапрабху, он думал, как это осуществить, куда жить и прочее, и Сарабхама Бхаттачарья дал указание, какое указание, совет о Прабху. У меня просьба к вам. Вы идете в Южную Индию, и моя просьба, вы должны встретиться с Рай Раманандой. Вот был правителем Видьянагара, Сарвабхаума Бхаттачарья, который являл лилу Майявады. И этот Сарвабхаума Бхаттачарья, он стал полон према. Вот он сказал Махапрабху, поскольку Сарвабхаума Удхар, Сарвабхаума Бхаттачарья был спасен
перед тем, как Махапрабху отправился в Южную Индию. И вот Сарвом Бхаттачарья попросил Махапрабху, что сказал, у меня есть просьба, если вы внимите моим словам, это очень хорошо, поскольку вы идете в Южную Индию, и моя просьба к вам, вы должны встретиться с Рай Раманандой, правителем Видьянагара. Поскольку раньше я шутил с ним, поскольку он был преданный, а я гьяни, луч из гьяни, и сейчас я знаю по вашей милости славу Бхакти, и поэтому моя просьба, если вы идете в Южную Индию, вы должны встретиться с Рай Махашоем. Если вы встретитесь с ним, то вы почувствуете, какую преданность он имеет, какое великолепие, какая расататва он имеет. И в то время я не смог понять, я всегда смеялся, шутил с ним. Но сейчас, по твоей милости, я осознал это, и поэтому, если вы поете в Южную Индию, прежде всего встретитесь с Рай Махашоем. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху, он пошел в Южную Индию. И в то время, когда Шри Чайтанья Махапрабху достиг берега реки Годавари, то Махапрабху на берегу Годавари, и он сел рядом с баньяновым деревом и начал воспевать святые имена, и по воле Верховного Господа он увидел, что какая-то группа подходит, и кто же там? Рай Махашой пришел. Он был правителем Видьянагара. Он пришел, чтобы принять омовение в реке Годавари вместе в соответствии с правилами и предписаниями. Они воспевали ведические гимны. Брахманы воспевали благоприятные мантры, ведические гимны, и после этого под музыку Рай Рамананда пришел. И когда Рай Рамананда пришел, он увидел, что какая-то великая личность, он сидит, сияет подобно солнцу. Он увидел, что Махапрабху сидит на берегу реки Годавари под деревом баньяна, и он подошел к Махапрабху, предложил ему свой полный распростертый поклон, и тем временем он не знал. Но у них была связь с предыдущей жизнью, и когда он поклонился ему, Махапрабху взял и обнял его. И так они обнялись, и автоматически их слезы начали течь из их глаз. И Махапрабху спросил, кто ты? И Рай Рамананда сказал, что говорить, я шудра. Мое имя Рай Рамананда, а я шудра, наслажденец материи, какой-то недостойный материалист. И вот таким образом он представился, и когда он так представился, то Махапрабху и Рай Рамананда, они развили, у них были какие-то отношения с прошлой жизнью, видимо, и они не знали почему, но они обнялись. И после этого Шри Чайтанья Махапрабху, он говорил о нем, и после этого Шри Чайтанья Махапрабху начал говорить. И Махапрабху сказал, о, ты Рай Рамананда. Сарвабхаума Бхаттачарья мне уже сказал, чтобы я встретился с тобою. И вот Кришна-татва, тата, према-татва, я пришел сюда.
И вот Рамананда сказал, что не нужно его хвалить, а он пришел, чтобы узнать о Рада-татве, Кришна-татве больше. И так Махапрабху говорил с ним. И Махапрабху хотел с ним поговорить, но Рамананда работал правителем Видьянагара и не мог достаточно времени уделить, и поэтому они договорились на потом. И вот они договорились о времени и месте в доме какого-то брахмана. И вот вечером Рамананда проходил в обычной мирской одежде, встречался с Махапрабху, и они обсуждали сокровенную Бхагават-татву с Кармарпана. Все постепенно и выше. Постепенно они обсуждали с начала до Гьянамишра Бхакти. После этого Гьянамукта Бхакти. И так далее, и так все выше и выше, и после этого Шри Чайтанья Махапрабху хотел услышать о сокровенных лилах Рада Говинды, о их славе. И тогда Рамананда, когда дошел до этого, что он рассказывал, что Рада Говинда, у них огромное экстатическое чувство любви к друг другу. Это зовется Паракия Бхакти. И даже в Паракия Бхакти Радарани, она наивысшая. Но когда Махапрабху вернулся с Южной Индии, то тогда Махапрабху, он взял Рамананду с собой. Чтобы вернуться в Пурушоттамдхаму. И вот он Махапрабху пригласил Рамананду пойти с собой, но Рамананда сказал, что я простой материалист, если я отправлюсь в Пурушоттамдхаму, так много людей пойдут за мной, поскольку я правитель тут, и поэтому прошу тебя, иди, а я вскоре приду. Я возьму разрешение у царя, Ориссы, чтобы я попрошу его, что это желание Шри Чайтанья Махапрабху, он хочет взять меня слугой себе, поэтому давай посмотрим, что он ответит. И тогда Махапрабху вернулся назад в Пурушоттамдхаму. И Рамананда вскоре также пришел. Рамананда взял разрешение у царя Ориссы, что Шри Чайтанья Махапрабху, он приглашает его к себе, и царь стал очень счастлив. Он сказал, что ты очень и очень удачлив. Да, несомненно, иди и служи Шри Чайтанья Махапрабху. Ты можешь прямо сейчас идти, и за зарплату я тебе буду такую же платить. Вот он оставил работу, но царь зарплату ему все же платил, чтобы тот служил Шри Чайтанья Махапрабху. И вскоре Шри Чайтанья Махапрабху, он ушел, а Рамананда к нему пришел в Пури. И когда он только пришел, он пошел в Гамбхира Мандир, чтобы встретиться с Шри Чайтанья Махапрабху и предложить ему свои полные поклоны. Махапрабху сказал, ты пришел сюда? Да, я пришел сюда. И я
получил разрешение от царя, он был очень счастлив, он с полным удовлетворением разрешил мне. Он сказал, чтобы я служил твоим лотосным стопам, и еще и зарплату будет платить с моей прежней работы. И поэтому я пришел. О, Рай, ты уже был в Джагнат Мандире? Нет. Как? Ты пришел ко мне первым. Почему ты должен пойти в храм Джаганатха сначала? Ты должен пойти в храм Джаганатха, а потом прийти ко мне. Зачем ты сначала ко мне пришел? Рай Махашой сказал: о Махапрабху, что вы говорите? В Упанишадах говорится, что это тело, оно подобно колеснице. И в этой колеснице Кришна, сверхдуша, параматма, пребывает. Это ты. И поэтому я не мог подумать, поскольку тот, кто ведет мое тело, колесничий кучер, он привел меня к тебе сначала, поэтому что делать? И Махапрабху засмеялся и сказал, что нужно к Джагнат Мандир сначала идти, а что делать? Если тот, кто ведет мое тело, колесницу, он привел меня к тебе, и поэтому я потом пойду к Джагнат Мандир после тебя. И таким образом, с того дня Рай Рамананда, он жил с Риши Чайтани Махапрабху практически круглосуточно. Он просто уходил куда-то поспать, и все. А Говинда, слуга Махапрабху, он очень гневался, говорил, что вы так поздно сидите, обсуждаете что-то, не даете Махапрабху поспать как следует. И вот Рамананда и Сваб Госвами сказали Махапрабху, что мы уходим сегодня пораньше, отдохни, поскольку твой слуга гневается. Махапрабху сказал, что вы имеете в виду под отдыхом, когда вы совершаете харикатху, совершаете киртан, это мой настоящий отдых. А когда вы уходите, то тогда вы не можете представить, что со мной случается. Я плачу безудержно. А когда вы слушаете харикатху, это подобно нектару, это подобно идеальному отдыху для меня. Что вы говорите? И таким образом Рай Рамананда находился в Пурушоттам Дхаме вместе с Махапрабху. Рай Махашу иногда уезжал на какую-то деревню с Пурушоттам Дхама, с Нилачала, где Нарендра Саровара, от Нарендра Саровара дорога идет до Аланатха. И вот на пути, на полпути, там деревня Рай Махашая. Я был там достаточно давно. В общем, это на полпути к Аланатху. Где Чандан Ятра Махотсов происходит каждый год. И вот Джаганнат в эти 21 день, Джаганнат, он на лодке плавает в Нарендра Сарова. Это такая великолепная лила. И если там пойти, то тут полпути до этого места, на полпути до Аланатха, там дом Рай Махашай. И вот однажды он жил у себя там в деревне, иногда в Пурушоттам Дхаме. И Шри Чайтанья Махапрабху, он всегда с ним обсуждал эту татву. И какую огромную любовь они, Махапрабху, имели, какие великолепные отношения они имели. Мы будем говорить об этом, как эти два самых ближайших спутника Махапрабху, Рай Рамананда и Сваруп Махашой. И вот они говорили о Кришна-татве, о Рада-татве, иногда совершали киртан. Сваруп Дамодара совершал киртан. Рай Рамананда, он
говорил харикатху, рассказывал Сиддханту, и они все это делали для удовлетворения Шри Чайтаньи Махапрабху. Махапрабху являлись различные чувства, бхавы. Иногда он чувствовал, что он умрет без Кришны. Иногда смеялся, иногда Махапрабху смотрел, что какая-то лила происходит. Он иногда видел какие-то лилы Кришны. И таким образом Рамананда и Сваруп Дамодар, они поддерживали все его чувства, но когда они уходили с этого храма Гамхиры, то тогда что случалось? Иногда Махапрабху уходил с храма Гамхиры, хотя трое ворот были закрыты на ключ. Махапрабху как-то уходил. Иногда он падал в океан без чувств. Махапрабху думал, что этот океан — это Ямуна. Поскольку воды также синие и голубые. И Махапрабху так уходил, несмотря на три закрытых двери, и иногда он падал в океан без чувств. Сваруп Дамодар, Рай Махашай, они искали его, куда же Прабху делся. И таким образом постепенно они путешествовали, точнее, ходили, искали Махапрабху, куда он пропал. И находили его то в океане, в воде, то еще где-нибудь. Однажды они его нашли, Махапрабху, снаружи храма Джаганатха, где все коровы, маленькие телята, они едят прасад. Те панды, они, если прасада много, его не успевают продавать, они его коров кормят. И вот там Махапрабху лежал однажды, всегда мы видим, что Рай Рамананда и Сваруп Дамодар, они всегда поддерживали, помогали Махапрабху, иногда они говорили харикатху до полуночи. И Говинда однажды очень разгневался, что они так долго задерживаются. И иногда Махапрабху смеялся, иногда плакал. Однажды Махапрабху сказал, что вы говорите о том, что Рада-таттва, чувство Радхарани, мы хотим видеть, это практически невозможно, как почувствовать. Как увидеть его? Но Рай Махашай сказал, ты хочешь увидеть чувство Радхарани, да? И Рай Махашай пошел, взял зеркало и показал Махапрабху, вот смотри. А Махапрабху разгневался, выкинул зеркало и сказал, что ты я саньяси, а что же мне принес? А Рай Рамананда ответил, что если хочешь увидеть Бабу Радхарани, то вот посмотри на себя, ты ее олицетворение. Но внутри Махапрабху он всегда был счастлив. И сегодня я хочу сказать нечто особое, поскольку Махапрабху, он дал указание, что Рай Рамананда, только у Рай Рамананда во всем мире у него есть это качество, это уникальная бхакти. Какая бхава, какое чувство, какова его особенность. Однажды Прадюмна Мишра, он один из спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, находился в Парушоттамдхаме, жил. Они приходили, чтобы получить даршан Шри Чайтаньи Махапрабху, и однажды Прадюмна Мишра попросил Господа, сказал, я хочу слушать харикатху от вас. Мы хотим слушать харикатху от вас.
можете ли вы сказать, говорить харикатху, а Махапрабху сказал, что нет, не могу. Если хочу слушать харикатху, я слушаю от Рамананды, но его сейчас нет, у него по работе занят. Если хотите слушать харикатху, идите к нему в деревню и слушайте. Почему Махапрабху сказал так, что я не знаю харикатхи? Почему он так сказал? Поскольку Верховный Господь, он не будет сам себя прославлять. Но когда Шри Чайтанья Махапрабху являет бхакта лилу, лилу преданного, он иногда прославляет себя, но, как правило, это невозможно. Кришна не будет себя прославлять. И таким образом преданные, они не могут прославлять имя Верховного Господа. И в Рай Рамананда Самвати, вы уже знаете, Рай Рамананда Прабху, когда Махапрабху говорит о... Теперь я знаю, почему Сарабхам Бхаддачарья попросил тебя попросил меня встретиться с тобой. Теперь я понял, я не мог представить, что ты так много знаешь, и сейчас я так много узнал о тебе. И Рай Рамананда засмеялся и сказал: «О, Прабху, ты очень умен, на самом деле это ты. Ты пребываешь в моем сердце на моем языке, и ты, я танцую, мой язык говорит, танцует согласно твоей воле. А сейчас ты говоришь, чтобы я говорил харикатху, ты говоришь через меня, и ты же слушаешь». И Кришнадас Кавираж Госвами говорит вот такие слова, что на устах Рай Рамананды сам Гауранга Махапрабху говорит. Сам Рай Рамананда говорит, что ты сам воспеваешь свою славу. Я подобен инструменту в твоих руках. Ты просто играешь на мне. И вот вся эта сокровенная татва, ты говоришь во мне и слушаешь. Ты говоришь и слушаешь. И я просто подобен инструменту в твоих руках. И поэтому в киртане Шрилы Бхактивинода Тхакура говорит вот эти слова. Бхактивинода Тхакура говорит: подобно тому, как кто-то дает какую-то расу, и после этого вы чувствуете какое-то опьянение. И вот сам Бхама Бхаддачарья говорит, что вы позволяете мне пить этот нектар. И после этого, когда этот нектар достигает моего горла, то автоматически я, когда я обретаю эту пью эту бхакти-расу, то после питья этой бхакти-расы я чувствую какое-то опьянение. И когда И вот Бхактивинода Тхакура говорит, что ты даешь мне этот нектар, я пью его. И те саду, они воспевают мою славу. И через это, и слушая свою славу, я, имеется в виду, что под влиянием нектара бхакти я говорю, то есть по твоей воле я говорю, и ты сам слушаешь о своей собственной славе, говоря через меня. И таким образом Рай Рамананда и
всегда воспевал славу Верховного Господа, и Шри Чайтанья Махапрабху, пребывающий в его сердце, он слушал, говорил и слушал. Но сейчас, когда Прадьюмна Мишра попросил его Махапрабху сказать какую-то харикатху, но Махапрабху сказал: «Я слушаю харикатху от Рай Рамананда». И но сейчас его нету. Если ты хочешь слушать харикатху, ты должен пойти в его деревню. Он получил разрешение от Махапрабху, и в тот день, в следующий день, Прадьюмна Мишра, он отправился туда, в свою деревню. А точнее, Прадьюмна Мишра пошел в деревню к Рай Рамананде, чтобы слушать харикатху от Рай Махаса. Но когда он достиг его дома, он спросил, его слуга спросил: «Куда, откуда ты пришел?» Он сказал: «Меня зовут Прадьюмна Мишра. Я пришел к Рай Рамананде, поскольку Махапрабху послал меня прийти в его дом и слушать харикатху от него, поэтому я пришел». И когда Рай Рамананда достиг того места, то в то время он спросил, слуга спросил его, кто он такой. И слуга ответил, что хорошо, но сейчас он занят, не может выйти, занят, в общем, не может прямо сейчас выйти к тебе. Ты подожди. Хорошо, я подожду. Но вот он долгое время ждал, и Рай Махашу так и не пришел, поскольку слуга не беспокоил его. Он был занят своим служением, и после этого Прадьюмна Мишра спросил: «А чего ж так долго? Чем занимается? Когда выйдет? Ну, чем же занят?» И вот там, в Джагнатх, а вот он сказал, что Рамананда, он написал поэму «Джагнатх Валабханатаку». И вот там эти молодые девочки, они должны играть какие-то роли, и вот учат их танцевать. И вот он их так вот тренирует их, учит их танцевать. И вот когда он услышал это, что он там с какими с молодыми девочками и учит их танцевать, то ничего не сказав, он почувствовал, что, я думал, какой-то великий преданный, он находится один в одной комнате с девочками. И он что-то подумал про себя, вернулся назад в Пури. И вот потом на следующий день пришел к Шри Чайтанье Махапрабху встретиться с ним. И Махапрабху, пребывающий в сердце каждого, в форме сверхдуши, он уже знал и спросил, что встретился с Рай Махашоем, слушал харикатху. Он сказал, что я пошел к нему, но не получилось. А что случилось? Ну, пришлось ему рассказать всю историю. Я пошел туда слушать харикатху, но ждал долгое время, а он так и не выходил, и после этого его слуга пришел и сказал, что ну, занят. А я спросил, чем занят, он сказал, что учит танцевать девочек, а Махапрабху засмеялся: «Ты неправильно понял его. Ты неправильно понял Рай Махаша. Ты совершил оскорбление его лотосным стопам. Ты опять должен идти просить прощения
слушай, иди и слушай Харикатху. Рай Махашая, он единственный, Рай Рамананда, у кого есть эта сила. Без, его тело, оно совершенно не имея ни капли вожделения, он не чувствует никакого чувства влечения к этим девочкам, хотя учит их танцевать. Рай Рамананда, только у него есть это великое качество, и ты не должен понять его неправильно. Будь внимателен. Махапрабху предупредил его. Махапрабху сказал: смотри, я саньяси. Я сам саньяси, но я чувствую какую-то реакцию, когда слушаю просто имя женщины. И в читании Чайтамрити такой стих есть, что даже я смотрю, я саньяси, я полностью отречен, но все же, когда я слышу имя женщины или вижу женщину, я чувствую какую-то реакцию. Но Махапрабху, он дал нам такой урок для того, чтобы мы поняли величие Рай Рамананды. Кто находится в этом материальном мире, кто может находиться умиротворенным перед женщинами? О, Деви Майя, она очень могущественна. Она постоянно беспокоит нас. И только Рай Рамананда, у него есть такое могущество, такая сила. Он может служить этим девочкам, но ты не думаешь, что он чувствует какое-то вожделение к ним. Он служит им подобно Радхарани. Он никогда не думает о себе как о мужчине и о них как о женщине. У Рай Рамананды нету никакого чувства, подобного чувства в их сердце. Рай Махашой служит этим девочкам с чувством служения, подобно тому, как Радхарани. Полностью без какого-либо вожделения. И поэтому он может менять им одежду, учить их танцевать, украшать, и кормить и прочее. И поэтому, не думая ничего. И потом следующий день Прадюна Миштра пошел опять в деревню Рай Махашая. И в тот день он был свободен, и слуга сказал, что опять пришел этот человек, и он пошел, поклонился ему. Я слышал, что ты завтра, вчера приходил, но ты не сказал, что ты приходишь, я был занят и заставил тебя долгое время ждать, я извиняюсь, и как же я могу служить вам? И он сказал, что Махапрабху послал меня к вам слушать Харикатху. А что вы, о чем вы хотите слушать? О какой татве? И вот он начал говорить, и после этого Прадюна Мишра, он пришел к Махапрабху и сказал: о, Прабху, ты спас меня. Я мог неправильно понять Рай Махашая. Я не знал, что у него есть такое могущество. Да, только Рамананда, он имеет такое могущество быть. И Махапрабху дал нам такой урок. Если вы чувствуете это чувство, только тогда, когда вы то есть Махапрабху привел такой пример, что если вы пока не избавились полностью от вожделения, вы не имеете право обсуждать Радхататву, Джалани Ламани и прочее. И в шастрах говорится, Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, когда у вас нет ни капли вожделения, то тогда в этом чистом сердце можно обнаружить такую прему. А если у вас есть какое-то вожделение, кама в сердце, то обрести прему невозможно.
А когда кама в Чайтанье Чаритамрите говорится, когда Кришна находится внутри вашего сердца, то майя, как она может ваше сердце захватить? Если Кришна там, то майя не может находиться. Если майя находится, то Кришна не может там находиться. И таким образом Махапрабху дал нам указание. И Махапрабху время от времени он являет различные лилы. Махапрабху, когда бежит к Читак Парвати, он бежит подобно ветру, поскольку он услышал прекрасный киртан, но его пела какая-то женщина. Но он не обратил внимания на это. Гита Говиндона пела. И вот когда женщина пела Гита Говинду, и Махапрабху бежал к ней подобно ветру, настолько прекрасно, прекрасный киртан, но Говинда он начал кричать: «О, Прабху, остановись, женщина поет». И Махапрабху остановился, как вкопанный. Он не мог дальше подвинуться. Вот только что он бежал подобно ветру, но когда Говинда, он услышал голос Говинды, что он говорил, что женщина поет, он остановился и стал подобен камню. Махапрабху не мог двигаться, и Говинда пришел к нему и сказал: там женщина пела, а Махапрабху сказал: «О, Говинда, ты спас меня, ты так много сделал для меня». Я чуть ли не обнял ее, я не знаю, кто там пел, я просто бежал на этот прекрасный киртан. Я саньяси. Если я прикоснусь к женщине, что станет с моей саньясой? О, Говинда, ты спас мою жизнь. Махапрабху на бенгале говорит, Чайтанье Чаритамрите это описывается: «О, Говинда, ты сегодня спас мою жизнь. Если я прикоснусь к той женщине, я потеряю саньяс». И сейчас саньяси могут что угодно делать, для них нет проблем никаких, а настоящие саньяси, они этого не делают. И вот я чуть не умер. Махапрабху таким образом являл такую лилу, и этот же Махапрабху, когда он говорил так, о Рай Махашай, Махапрабху говорил, что Рай Махашай, он единственная личность, даже у меня нет права смотреть на женщину. И на женщины царей у меня нет права, поскольку я саньяси. Женщине, цари, вишои, у меня нет права смотреть на них. Но сейчас тот самый Махапрабху говорит, что Рай Рамананда, он единственная личность, у которой есть эта способность. Даже у меня нет этой способности. И смотрите, тот самый Махапрабху много раз о Чхота Харидасе, он дал ему такое тяжелое наказание. Но для Рай Рамананды Махапрабху сказал так. Даже можно вспомнить, что внутри храма Джаганатха была одна пожилая женщина, она забралась на плечи Махапрабху, наступила на его плечо. Простая женщина с деревни. Для чего? Для того, чтобы увидеть Джаганатха. Когда Рай Махашой и прочие начали возмущаться, что она тут делает, но Махапрабху сказал, что не надо беспокоиться, пускай она смотрит на Джаганатха. У меня нету такой преданности, такого вдохновения увидеть Джаганатха. Если она увидит Джаганатха, пускай смотрит, как хочет, до полного удовлетворения, пускай она смотрит на него, а я подожду. Не беспокойте ее. И этот Махапрабху говорит так, смотрите. И он говорит, что Рай Махашой – это единственная личность, кто не подвержен разделению. Теперь вы поняли славу Рай Махашая. И вот Рай Рамананда был до последнего с Махапрабху в его заключительной лиле.
И вот Санатана пришел, сначала Рупа Госвамипад пришел, потом Санатана. Но когда Рупа Госвамипад писал так много поэм своих, он писал много произведений. И с Рай Раманадом и Саруб Дамадарой они приходили к Рупе Госвами в его Бхаджан Кутир, и когда они приходили, они видели, что Рупа Госвамипад не было его там. Махапрабху пришел, ну, нет его, но видит, что что-то написал. Махапрабху взял и прочел это, и сказал настолько прекрасно, настолько великолепно. И они говорили, и Рупа Госвамипад тем временем пришел. И Махапрабху спросил, что ж ты пишешь? Настолько прекрасно. Рупа Госвамипад, он склоня голову, стоял там. И Махапрабху сказал, и Рай Рамананда сказал, поскольку вот Лалита Мадхав и еще какой-то Мадхав, когда Рупа Госвамипад пришел, Сатья Бхама пришел к нему во сне в одной деревне, когда он шел из Вриндавана. Радапур, деревня называется ли как-то так. И вот Сатья Бхама пришел к нему во сне и сказал Рупе Госвамипаду: «О, Рупа, ты составил такую поэму, но вместе надо разделить. Дварака лила должна быть полностью отдельно, а Вриндаван лила полностью отдельно. Ты раздели эти лилы, не надо их в кучу смешивать». И тогда Рупа Госвамипад, он проснулся и решил отдельно все написать. И Махапрабху пришел туда и смотрит, что там. И Рай Махашой, он говорил с Рупа Госвамипадом. Рай Махашой сказал: «О, Прабху, нечего сказать о Рупе, он получил твою полную милость». И поэтому Рупа Госвамипад так много написал, это для практически невозможно для обычного человека написать. И Чайтанья Махапрабху вскоре ушел из этого мира, и мы знаем ту ситуацию, в которой находились Рай Рамананда, Сваруп Дамодара. Они все один за одним вскоре оставили тело Рай Махашой, Гададхара Пандит и прочие спутники Махапрабху. И вот, и если не было бы Рая Махашая, поскольку в Чайтанья Чайтамрите Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакура и наши Гуруага, все они говорят, Чайтанья Чайтамрита, она очень важна, но один из самых главных – это Санатана Сикша, Рупа Сикша и Санатана Сикша и Рай Раманада Самвад. Эти три раздела, они очень важны. В первом Сабанта Абхидеи Прайожана Гьяна обсуждается, Махапрабху дает урок нам. Вот очень обширная тема, он говорит Санатана целый месяц с Рупой Госвами, 10 или 7 дней, вот Санатан Шикша, Рупа Шикша и Рай Раманада Самвад. И после Санатана Шикши, потом Рупа Шикша, и после этого мы должны, если мы осознаем то, что говорится в этих предыдущих главах, если мы осознаем Рупа и Санатана Шикшу, то тогда и только тогда мы можем осознать величие Рай Рамананда Самвата. Там много описывается сокровенная татва с самого начала.
Gavarmanam from Gita, you can say. And Итак, постепенно Махапрабху Рай Махаши, он дает сокровенную татву о Радхаране, о ее сокровенной преме. И это зовется особая Рада Вираха и прочее. О, очень сокровенная татва. И вот о ней говорил Рай Махаши, и сегодня день его ухода. И когда они закончили говорить, Рамананда практически закончился, то тогда Махапрабху, он хотел задать ему некоторые вопросы. И перед Рай Махашой Махапрабху говорил, кто же самый удачливый. И среди горя, какое же самое величайшее горе? И Рай Рамананда один за одним отвечал. Он говорит, что чувство разлуки к чистому вайшнаву – это самое болезненное. Мы не можем протерпеть эту вираху, это чувство разлуки. Какое самое великое несчастье? Это те чистые преданные, как Рамананда Сварупа Дамодара, когда они уходят, это чувство разлуки к ним, она самая наивысшая должна быть. Если мы будем чувствовать разлуку с Гуру Вайшнавами, то, несомненно, мы будем продвигаться по пути Баджана. Это Вираха Татва, она может даровать нам успех, она может стать катализатором на пути нашего Харибаджана. А если мы сожалеем, чувствуем разлуку с какими-то материальными вещами, то они могут кинуть нас в океан страданий. И вот, то есть, если мы привязаны к материальному, то это материальное, но кинет нас в материальный океан страданий. А если мы чувствуем разлуку с Гуру и Вайшнавами, как Наротама Таку, и вот Наротама Таку, он готов ударится головой об камень. Он плачет и говорит, я хочу войти в огонь, я не хочу жить, поскольку я не могу потерпеть разлуку с Шри Чайтаньей Махапрабху. Где же могу обрести Гурангу? И такое чувство разлуки, если оно явится в нашем сердце, то что Рай Рамананда ушел, Сваруп Дамодара ушел, все спутники Шри Чайтаньи Махапрабху, они ушли внешне с этого мира. Если это чувство разлуки, оно заденет наше сердце, то тогда будьте уверены, что вы станьте успешными на пути Рагануга Баджани, несомненно, иначе нету надежды для нас. Если мы запомним тысячи шлок, этого мало для успеха. Если вопросы какие-то есть, можно спросить.